Привет, народ! Сегодня делаю вторую попытку посещения острова Шепсхольмен в Стокгольме напротив Гамлостана. Вот так он выглядит там вдалеке. Сейчас я пойду по этому мосту и буду дальше продолжать снимать. Вот я уже на середине моста практически. Покажу вам панораму отсюда. Сейчас по этой лестнице поднимусь наверх и сниму панораму оттуда. Вот так вот отсюда выглядит центр Стокгольма. Сейчас я вам покажу скульптуры обнаженных женщин, сделанных из бетона в шведском стиле. Вот это первое. Нет, это вообще-то мужчина. Это мужчина. Вот это у нас женщина. Это, кажется. Чудо техники непонятного предназначения. Thank you.
сейчас я вам покажу свой личный парусник. Такой небольшой, но уютный. Вот, я тут один сегодня. Никого нет. Так что никто тут нам не мешает. Единственное, мой работник тут немножечко пахивает. Вот, полирует дерево. Слышно даже будет. Родимый флаг. Эти корабельные пушки в рабочем состоянии. Периодически, когда какие-то торжественные мероприятия проходят, из них пуляют холостыми зарядами. Так что...